В общеобразовательном учреждении школы имени Абдулхамида Юсупова прошло торжественное мероприятие, посвященное месяцу Рамадан. Мероприятие проведено с целью привития детям духовных ценностей и религиозного просвещения. Подробнее Абдулла Алиев. Последние 10 дней – самое ценное время месяца Рамадан. Именно в эти дни, по мнению ученых, наступает ночь предопределения Лейлятуль-Кадр. В эти дни для совершения малого хаджа, умры, в Мекку отправляются верующие. Словно подражая паломникам, воспитанники детского сада при школе Юсупова облачились в их храмы и провели торжественное мероприятие в честь великого месяца. По мнению руководства школы, подобные мероприятия пробуждают в детях любовь к своей вере и раскрывают в них благородные качества. В нашей религии нет места агрессии, нет места ненависти. Есть только любовь, добрые отношения мусульман друг к другу. Мы хотим, чтобы дети с детства впитывали вот все эти моральные ценности, высокие ценности нашей религии и росли достойными гражданами своей страны и достойными мусульманами. Программа мероприятия была насыщенной. Дети читали стихи о месяце Рамадан, исполняли нашиды и показывали сценки. Также детишки, словно настоящие паломники, продемонстрировали обход вокруг Каабы. Воспитание детей с привитием им духовных ценностей, пожалуй, одна из самых важных составляющих формирования подрастающего поколения. По мнению большинства родителей воспитанников школы Юсупова, подобные мероприятия во многом способствуют правильному развитию детей. Очень важно духовно обогащать детей уже с раннего возраста, и чтобы в дальнейшем было развитие и воспитание уже более легче. Поэтому, мне кажется, часто надо проводить, и тем более в такой священный месяц Рамазан. Я вполне согласна со словами нашей родительницы. Очень приятно видеть, что детки развиваются и в исламе. Приятно видеть, что они знают много о своей вере, ведь без веры жить нельзя. Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить как можно чаще, чтобы дети с детства прививались к исламу, чтобы они знали о красоте и чистоте ислама, чтобы с детства у детей был интерес. Напомним, общеобразовательная организация школы Юсупова работает уже год. Наряду со светским образованием воспитанникам учреждения здесь дают и духовное воспитание. Учат любить свою родину и чтить память предков. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.